Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Сеть дисконт-магазинов «Титан» — это огромный ассортимент и ежедневные обновления. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. «Титан» 450707. На улице Производственной камера зафиксировала, как столкнулись две «Лады». Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Производственной еще раз водитель «девятки» поворачивал налево и не пропустил 12-ю. На Победиловском тракте гонщик на Рено едва не въехал в попутный кроссовер. Что за б***ь? У меня аж пятки сердца уже за***ь. Я смотрю, летит, только понять не могу. На перекрестке улиц Воровского и Менделеева водитель четверки проехал на красный сигнал. На Октябрьском проспекте водитель на синей Kia не успел перестроиться и у перекрестка с улицей Роза Люксембург подрезал машину с камерой. Давай. На Хлебозаводском проезде водитель кроссовера выехал прямо перед капотом Нивы «Шевроле». На Победиловском тракте лихач на «Шевроле» пошел на опасный обгон. На улице Ленина водитель «Приоры» не стал дожидаться, пока все разъедутся, и поехал налево по встречной полосе. На перекрестке улицы Воровского и Октябрьского проспекта водитель Porsche повернул налево из среднего ряда. Ты стоишь-то? Ай-яй-яй, давай. Ой, номерочек-то хорошо подвинно. Porsche по номерам. Михаил Вагин, место происшествия.